В атмосфере Рождества сегодня в храме преподобного Серафима Саровского для казанцев прошел бесплатный праздничный концерт. Духовные стихи, колядки, патриотические и русские народные песни исполнил православный народный хор «Распев». Этот любительский коллектив, в котором поют все желающие, занимается при воскресной школе прихода. А к праздникам готовят специальные программы. Музыку Рождества услышала Полина Кострицкая. Летняя Елизавета Розова посещает воскресную школу прихода Серафима Саровского и поет в хоре с самого его создания уже почти 5 лет. Духовность вот большая, тут такая сплоченность, у нас такой коллектив, как семья целая. Заряжаясь такой энергией, то есть добро вообще. Очень приятно дарить людям добро. Всего в хоре 45 человек. Это и взрослые, и дети от 4 лет. Хор любительский от слова «любить», ведь все его участники, даже не имея музыкального образования, очень любят петь. Именно так говорят руководители. Профессиональные музыканты Евгений и Людмила Есины всю жизнь занимаются православными коллективами. На базе этой воскресной школы мы создали детскую группу уже и примкнули к нам уже более взрослые студенты. Потихонечку начали учить с ними песнопения, гласы. Было очень трудно. У нас поют верующие люди, и они знают, о чем они поют, и чувствуют это. И хотя у нас хор любительский, эта любовь дает им возможность осваивать вот такое вот духовное пение. На концерте прозвучали богослужебные рождественские песнопения, духовные стихи, патриотические русские народные песни. Я очень благодарна тем людям, которые вот создают такое, ну как сказать, настроение, праздник. Мне понравился концерт, потому что красиво пели. Почувствовал добро. Хор «Распев» поет на церковных службах, готовит такие праздничные концерты для всех желающих, патриотические программы, ездит на фестивали по России. Сейчас коллектив готовится поехать на рождественские чтения в Москву. Полина Кострицкая, Петр Шамбазов, «Столица».